Aston Martin пошел по пути Lamborghini и Bentley, у которых есть кроссоверы Urus и Bentayga. Теперь в обойме британской марки появилась модель DBX. Как и у спорткаров Aston, кузовные панели DBX выполнены из алюминия и композитов. Ручки дверей утоплены, а двери лишены рамок. Весь силовой агрегат будет поставлять немецкий Daimler, а точнее отделение AMG. Это 4-литровый битурбомотор V8, классический 9-ступенчатый автомат и раздаточная коробка. Впрочем, британцы не опустились до того, чтобы взять чужую платформу. У DBX собственная архитектура, унифицированная со спорткарами Aston Martin. Именно поэтому у кроссовера огромная по меркам класса колесная база. Еще одно яркое решение — отдельная 48-вольтовая электросистема, которая питает активные стабилизаторы. Aston уверяет, что кроссовер кренится меньше, чем спортивные модели. Сама подвеска с адаптивными амортизаторами и трехкамерными пневмобаллонами. Дорожный просвет можно регулировать от 14 до 24 сантиметров. Динамическими параметрами DBX похож на базовую Bentayga с мотором V8, но проигрывает Урусу от Lamborghini. Поставки стартуют летом 2020 года. Главными рынками заявлены США, Ближний Восток, Китай и, конечно же, Россия. В следующем году нашим миллионерам предложат купить 83 экземпляра, притом половина годового тиража уже нашла своих владельцев. Если дела пойдут хорошо, британцы планируют ежегодно продавать по всему миру до 15 тысяч паркетников. Но пока установлен более скромный план – 5 тысяч. Что тоже немало, ведь это весь годовой тираж марки Aston Martin на текущий момент.